утро, дорогие друзья. Пусись, будись. Друзья, сегодня какое число? 10-е число. Мы идем вставать на тест. Что вы хотите сказать нашему влогу? Опять нашему? Не хочу. Кстати говоря, это ваша первая поездка. Спасибо, Дашка, мы не знали. Спасибо, Даша тоже. Удачи желаю. Спасибо. Я думаю, это запомнить надо. Да, кто ж? Конечно. 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 Доброе утро. Прогнозы по нашим соревнованиям. Думаю, очень весело. А как вам вообще наши влоги? Пожалуйста, оцените наши влоги. Очень хорошие влоги. Да вам всем лучше лайкать, вы наш фанат. Да, я особенно ваш фанат. Здравствуйте. Мы уже в аэропорту. У нас, кстати, убрали маски, все в Азербайджане, так что мы кайфуем. Время 4 часа утра. Мы сейчас садимся в самолетик. Нам сказали, а здесь маски, спасибо. Мы думали, маски связались от них, но нет, все еще нет, все еще они с нами. Просто. Посадка на второй самолет. 9:24 по немецкому времени. Мы в Португалии, наконец-таки. Сейчас мы пойдем брать багаж. Мы в Португалии. Одна улица, я не вижу неба земли. Как вы думаете, как вы выступите? Помочь мне, когда я спасла тогда, этим партизаном. Very, very beautiful. I'm pro. In this world, it's just us. Надеюсь, сейчас включится Wi-Fi, так как нигде, ни в зале, ни рядом с залом, ни в столовой, нигде у нас нет Wi-Fi. Мы посмотрели, нам, в принципе, он понравился. Сейчас заходим к радихам. Всем доброе утро. Мы сейчас проснулись. Время 8:30. Сейчас спустимся на завтрак, потом будем пока что отдыхать. Лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Нам любые дороги, дороги, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты что, с ума сошел? Мы идем на тренировочку. Уже время сколько? Время 11:30. У нас начнется в 12 с чем-то тренировка. И будет до 3:00. Мы уже в зале. Мы пришли в супермаркет и хотим попробовать португальскую национальную еду. А Башира просто снимает блог. Влог. Мы с ними тренировались. Потренировались так себе на 70%. А ты расстроилась время. Баширова голодная, все голодные. Доброе утро. Сегодня второй день. Как мы тут? Камеру врубай. Доброе утро. Мы идем сейчас на завтрак, распутим вот этих какашек. Тапочки тоже отойдем. Чоро, 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 да, чоро, 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 чоро. 12 мая 2022 года. Мы сейчас находимся на соревнованиях в Португалии на этапах Кубка мира. И, короче, сегодня
вечером у нас выступление. Я готовлюсь 100%. Очень долго мы отдыхали после поездок, потому что последняя поездка у нас была в Италии. Потом у нас был чемпионат мира на нашей родине. На Чарагу, конечно. Нашли тут по карте. Спасибо мне. Я скачала карту в Португалии. И я на работе без интернета, так что мы нашли тут такой маркет. Разия проиграла Буно, и она сейчас будет сесть к шкафу. Сао. Сао. Сейчас идем в автобус. Едем в Анесси. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас будем у каждого участника соревнования спрашивать от одного из них их выступление. Пис. Ноль. Ох, супер. У меня тоже четверочка. Даня, скажи, что мы сильнее всех. Нет. Скажи, скажи быстро. Быстро, скажи. Доброе утро. Сегодня 14 мая, второй день соревнований. Удачи нам. Главное не пойти. Мы пришли в зал. Сидим. Соревнования для нас закончились. Главное без травм, да, все-таки. Первый раз простительно. Потому что первый раз мы с ней выступаем. Так что ничего, у нас все впереди. Мы приехали в молл сейчас, мы накупились. Молл закупились, да, ну да, не главное, швабру сложим для мамы. Давай. Мы идем уже в отель сейчас, а потом пойдем болеть вот за вот этих какашечек. Удачи им. Мы готовы на банкет. Мы вот сидим, пришли в зал, сейчас будем болеть за нас. И сама же брату бею, сама же приду. Эти красавчики есть на третьем месте. Ты рада? Yes, ну, конечно. Жалко, мои коробочки не заняли. Спасибо, Мишку. Мира не да, мои чемпионки мира не заняли. Медведей не подарили в следующий раз. Да, спасибо. В общем, закончился банкет. Мы сейчас вышли. Идем в автобус. Всем доброе утро. Мы сейчас встали, время 8 часов. Сейчас я иду завтракать, а потом мы пойдем на океан, потом гулять. И ночью мы сегодня вылетаем. Мы уже как 20 минут идем от автобуса до океана. Нам сказали, что автобус остановится прямо около океана. Но нет, так не случилось. Короче, увидимся у океана. Мы на океане. Мы приехали на Атлантический океан. Ничего, правда, интересного, простая вода. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through. To make those rainbows in my mind when I think of you sometime and I want to spend some time with you. Just the two of us. We can make it if we try. Время 3 часа. В общем, ночи. Сейчас мы собрались уже и выходим из отеля. Building castles in the sky. Just the two of us. Это полная жесть. Мы летим с Мансумой обратно вдвоем через Франкфурт, который мы летели, были в этом аэропорту всего один раз. Пришли мы сдавать багаж, и нам говорят, что тесты, PCR-тесты. Мы такие, в смысле, у нас в Азербайджане не просят тест. А оказывается, Германия. В Германии мы же через Франкфурт летим, поэтому в Германии нужен тест. Нам сказали, что все, и вы должны сдавать тест. Или у кого есть Pfizer. Но слава богу, у меня есть Pfizer, у Мансумы есть Pfizer. Мы думали, что хотя бы маленьким вот этим тоже разрешат, потому что у нас в стране, в Азербайджане, с 18 лет делают прививку. А тут они сказали, что нет, с 12 лет нужно делать прививку. Оказывается, в Германии так. Поэтому их тоже не пускают. Все, мы остались вдвоем. Доброе утро, дорогие друзья. Я вчера совсем забыла снять влог. И, кстати, я уже сегодня пришла на тренировку. Что хочу сказать, спасибо огромное всем за поддержку. Это были наши первые соревнования по взрослым, по сеньорам. Спасибо большое всем. Всем пока. Увидимся позже.